На сайте Госавтоинспекции России теперь можно проверить неоплаченные штрафы за нарушение правил дорожного движения, совершенные на конкретном автомобиле на всей территории России. Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо ввести номерной знак автомобиля и номер свидетельства о его регистрации. При этом никаких персональных данных на сайте публиковаться не будет. Система отобразит только информацию о неоплаченных штрафах, независимо от того, кто именно был привлечен к административной ответственности, даже если это были разные водители. Помимо этого, ведомство подчеркивает, что сервис позволяет оплачивать данные штрафы через интернет, в том числе при помощи пластиковых карт. Как отмечает Госавтоинспекция, внедрение такой государственной услуги связано с активным развитием систем автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.